Новый проект от Кабинета министров Украины. Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, представил проект о переходе к цифровой экономике. Правительственная программа нацелена на внедрение универсальных цифровых услуг, такие как цифровые рабочие места, переход к STEM-образованию, строительство технопарков и тому подобное. Премьер-министр уверен в том, что у Кабмина есть ресурсы для того, чтобы сделать качественный скачок в развитии страны.